Леонардо Ди Каприо получит «Оскар». По крайней мере, сомнений в этом нет в Якутии. Там для актера, который никак не может стать обладателем главной голливудской награды, готовят свою статуэтку и тоже из драгоценного металла. Руслан Бекбулатов увидел, чтобы его хватило, местные женщины сдают на переплавку свои украшения. Ожерелье, браслет, кольцо, три пары сережек и два кольца. Они снимают с себя ожерелья и цепочки, серьги и браслеты. Якутские женщины с легкостью прощаются со своими украшениями. Неравнодушные к творчеству голливудского актера Леонардо Ди Каприо сдают серебро, чтобы изготовить для него свой специальный «Оскар». Скоро эти изделия переплавят и превратят в статуэтку. А что вы сегодня отдали? Я отдала серьги. Не жалеете? Нет, ни в коем разе. Ну, он достоин этого. Собрать нужно 3 килограмма драгоценного металла. Украшения из него найдутся в шкатулке у каждой якутянки. От имени наших северных женщин, якутских женщин, отдать серебро, чтобы мы сделали «Оскар», чтобы он наконец-то хотя бы просто у него дома стоял, и мысль того, что в этой скульптуре есть частичка меня, меня очень радует. Идея вручить актеру народного «Оскара» в Якутске появилась давно, но после выхода последнего фильма «Выживший» с его участием решили ее реализовать. Ди Каприо в очередной раз стал номинантом на премию, уже 6-й по счету, но всякий раз награда доставалось другому артисту. Это обстоятельство не оставили без внимания блогера в интернете. В сети много шутливых фото на тему «Леонардо и заветный Оскар». Поклонники из Якутии считают, киноакадемики несправедливы к их кумиру. Обделяет его вниманием Академия Оскара. Нас, конечно, не очень сильно радует. И мы бы очень хотели, чтобы он в этом году получил свой заветный Оскар. Ну и помимо этого получил наш народный. Якутский «Оскар», хотя визуально похож на американский, будет значительно отличаться от оригинала. Художники воплотили в нем глубокую философию якутских народов. Это будет человек азиатской внешности, поднявший голову в небеса, к звездам. В руках будет не меч, а ритуальный сосуд Чирон, символ гармонии и духовной силы, олицетворение счастливой жизни человека. Наш сосуд Чирон, да, он будет изготовлен из золота. И он будет весь усеян орнаментами, да, которые будут символизировать народы мира, которые объединяются вокруг творчества, вокруг искусства. Работа над макетом еще не завершена. Статуэтку отольют в ювелирной мастерской только через 2 недели. Пока авторы идеи вносят свои предложения по эскизу, поклонники думают, как доставить награду в США, и мечтают, что кумир миллионов когда-нибудь приедет в Якутск, чтобы получить своего заветного Оскара. Руслан Бекбулатов, Роман Кутков, Нигина Искандарова, Первый канал, Якутск.